изменилось. Вот как все начиналось. Люди шли в Сел ради дешевой энергии. Сел генерировали ее бесплатно, а это вне конкуренции. Скоро они стали монополией, и счета начали расти. У людей не осталось ничего, кроме долгов. Сел выгнала их из домов и загнала в добровольческие лагеря. Это было рабство. Осторожно. Этого должно быть достаточно. Пойдем. Но это один из вариантов. А? В чем дело? Ничего. Просто скачок напряжения. Прошло. Сканирование сектора 1. Помощь нужна? Просто. Скот. Не высовывайся. Ты как? Ничего нет. Вот, знак смерти. Если оно тебя заметит, тебе конец. Назад, давай назад! Чтобы они не нашли, сейчас оно мертво. Далеко до 34-й стрит? Пара километров. Сначала нужно обойти огневой мешок. Нет, Сел приближаются. Нет времени идти в обход. Радиус поражения и скорость огня в пределах допустимого. Прорвемся здесь. Да я вас всех порву, да? Идите сюда! Я вас урою! Ты двинулся крышей? Эти стволы тебя разорвут! А, картинка сложилась? Они отобрали мой нанокостюм, пророк! Человек? Я человек! Знаешь, что я принес в жертву, чтобы остановить цепов? Как мне это вернуть? О, черт! Итак, каков твой план? Поддержка. Опознание и уничтожение целей. Разведка. Все самое веселое тебе. Ты не тот псих, которого я знал. Все меняется.